Снова информационный шум вокруг промышленного магната. Шахтеры ArcelorMittal Темиртау требуют 13-ю зарплату. Профсоюз угольщиков Кургау подал на компанию в суд, пишет карагандинское издание. О какой-то конкретной сумме речь не идет. Сейчас профсоюз требует внести изменения в коллективный договор. На сегодняшний день 13-ю зарплату в компании получают только металлурги. И только в случае, если выполняют план. По итогам прошлого года никаких дополнительных выплат им не полагается. Шахтеры же 13-ю зарплату не получают вовсе, потому что при составлении коллективного договора этот вопрос был упущен. Теперь профсоюз решил устранить эту несправедливость. Сначала компании предложили изменить коллективный договор мира. Однако в положенные сроки Кургау ответ не получил, и профсоюз обратился в суд. Первое судебное заседание состоится уже на следующей неделе. Коллективный договор с угольным департаментом, да, точнее с профсоюзным комитетом Кургау составлялся в 2007 году. То есть до этого устраивало, да, выплат, мы не выплачивали угольщикам никогда 13-ю зарплату. И официального уведомления о том, чтобы включить этот пункт в коллективный договор от профсоюзного комитета Каргал не поступало еще. А нас удивляет, что они подали сразу в суд. То есть компания всегда решает все вопросы с профсоюзными комитетами в ходе переговоров. Так вот, приглашение как раз к переговорам о том, чтобы внести этот пункт в коллективный договор, еще не было. We'll be right back.